В настоящий момент времени в связи с обрушением дерева запланирована его утилизация. Это произойдет 24 апреля. Чистку этого коллектора полностью вдоль всех этих домов мы запланировали в мае этого года. Это уже 100% все будет выполнено. Чистку. Но необходимо провести еще как бы укрепление данного коллектора. Эти работы будут отмечены в этом году для того, чтобы рассмотреть возможность выполнения данных работ в 2017 году. Ну, как жители говорят, что чистить его поверхность – это мало, его нужно, там, глубокая очистка нужна. Вот запланирована очистка-то какая? Мы запланируем таким образом, чтобы вода уходила. Вот, это самое основное, вот, чтобы она не застаивалась. А уже работ капитального характера после осмечивания будем планировать включать в бюджет 2017 года.